Я Халиков Улугбек Гафарович, дачник из деревни Полуэктова, Рузовского района. 4 мая этого года, то есть 2021 года, общая водонапорная башня, которая обеспечивала нас водой, испортилась. И тогда мы решили бурить свою собственную скважину. Вот. В это время я услышал, как на соседней улице начали буровые работы. Подошел туда, поговорил. Это оказались бурильщики из фирмы «Аквалюкс». Вот. Они мне дали номер телефона. По этому телефону я позвонил, трубку взял менеджер Евгений. Вот. Он меня выслушал. Мы с ним обговорили, договорились. Вот. Через некоторое время приехал инженер Юрий. Он все посмотрел, подсчитал, рассказал, как будет, сколько это будет стоить. Ответы Юрия меня удовлетворили. Через некоторое время мне позвонила логист Галина и договорилась со мной, какого числа мне ждать бурильщиков. Бурильщики подъехали вовремя. Валерий и Зинур. Работали они два дня, пробурили все, я их работой остался доволен. После этого Евгений со мной договорился, какого числа подъедут монтажники. Вот. Сегодня, 19 мая 2021 года, подъехали монтажники Андрей и Артем. Все свои работы они сделали вовремя, с хорошим качеством. Вода у меня есть. Так что я выражаю всем перечисленным сотрудникам этой фирмы большую благодарность.